Здравствуйте, дорогие мои зрители и гости моего канала. Снимаем мы сегодня с Русланом, оператором у нас Богдан, и показываем мы для вас подарки для мужчин на 23 февраля, на День защитника Отечества. Поехали! Значит, это мужские кашне от Павлово-Посадской мануфактуры. На Руслане, посмотрите, чокер из жадеита. Это тоже продается 3500 рублей. Есть чокеры из белого нефрита. На мой взгляд, это нормально. Значит, это кашне называется Джаз Вид 12. Автор Фадеева Валерия. Шерсть 100%. Значит, размер 150 на 27. Кашне двойные. Смотрите. Вот таким образом у них они двухсторонние. Создается вот это вот такой двухсторонний рисунок. Стоимость 1350 рублей. 1350 рублей. Фадеева Валерия. Джаз. Вид 16. Шерстяное. Двухстороннее. Кашне. Размер 150 на 27. 1350 рублей. Жукова Елена. Рисунок называется «Виктор. Вид 18». Русик у нас тоже защитник Отечества. Он подписал контракт в спецподразделение и ждет теперь приказа от начальства. Отказался надевать костюм для демонстрации. Ну, думаю, что белая маечка тоже неплохо. 1350 рублей. Шерсть 150 на 27. Жукова Елена. Виктор. Вид 14. Шерсть. Двухсторонняя кашне. 150 на 27. 1350 рублей. Рисунок называется «Брызги шампанского. Вид 18». Автор Сухаревская Татьяна. Должна показать вам вторую сторону. Смотрите, она отличается от первой. Мне кажется, вот очень удачная модель. 150 на 27. Это все шерсть 100%. 1350 рублей. Сухаревская Татьяна. Брызги шампанского. Вид 2. Показываем сразу и одну, и вторую сторону. Вы знаете, лицевой и изнаночной, ну, как бы, вот, язык не поворачивается назвать. Это, наверное, все-таки это двухсторонние кашне. 1350 рублей. Сухаревская Татьяна. Брызги шампанского. Вид 6. Показываем обе стороны. Они разные. И, ну, роскошные, конечно, вещи. Шерсть 100%. 150 на 27. 1350 рублей. Автор рисунка Фадеева Валерия. Фокстрот. Вид 14. Шерсть. 150 на 27. Двухстороннее мужское кашне. 1350 рублей. Автор Зубрицкий Виктор.
Домино вид один. Шерстяное мужское кашне. Двухстороннее. 150 на 27. 1350 рублей. Пока показывали вам предыдущие модели, Богданчик тут же выбрал себе на весну под пальто. Автор — Жукова Елена. Рисунок называется «Лорд, вид 15». Шерстяное двухстороннее мужское кашне. 150 на 27. 1350 рублей. Смотри в камеру. Все, начали? Да. Ну? Для вас показывали сегодня коллекцию мужских кашне. Я, Татьяна Егорова-Речкалова, сынуля Руслан. И оператором у нас сегодня был Богдан. Наша команда желает вам всего самого-самого доброго и поздравляет ваших замечательных мужчин с Днем Защитника Отечества. Всего вам доброго!